Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя. Сегодня мы с вами свяжем вот такую вот большую фотокорзинку для кошки. Можно для маленькой собачки. Размер этой корзинки где-то 37 сантиметров в диаметре и примерно 15 сантиметров высота стеночки. Я буду вязать из пряжи бисквит от пряжи центр. И мне потребуется 3 таких ролика. Это цвет графит, это такой темно-серый цвет. Длина нити тут в вытянутом положении примерно 100 метров. Толщина 7-9 миллиметров и вес мотка от 350 до 400 граммов. И крючок, которым я буду вязать, это крючок номер 9. Итак, начнем вязание. Для начала вязания нужно сделать магическую петлю. Магическую петлю я делаю 2 раза, обвивая пальцы. Дальше вставляю крючок в магическую петлю и делаю первую петлю. Это на самом деле первая подъемная петля, но я ее считаю в числе всех остальных столбиков без накида. То есть это у меня будет первый столбик без накида. Вяжу дальше в эту же магическую петлю еще 5 столбиков без накида. Итого у меня получается 6 столбиков без накида. Подтягиваю центр. Дальше делаю соединение. Более подробно, как делать бесшовное соединение, можете посмотреть на моем канале. Ссылки оставлю все внизу. Затягиваю. Первый ряд готов. Теперь я буду вязать второй ряд. Второй ряд вяжется в каждую петлю предыдущего ряда. Делается уже по 2 столбика без накида. Первый идет подъемный. Это также считается у меня столбиком без накида. В это же место делается уже второй. Самый обычный столбик без накида. Единственное, что в нем меняется, это место вкалывания. Оно приходится как бы между двумя вот этими дужками петли. И получается таким образом вязание очень похоже на лицевую гладь спицами. Но оно довольно плотное, намного плотнее лицевой глади спицами и обычного вязания столбиками без накида. Итак, в каждую петелечку нужно сделать по 2 столбика без накида. Поэтому это вязание идеально подходит для донышек, потому что оно очень плотное. Сзади, кстати, крючок тоже должен уходить между двумя вот этими нитями. И последняя петля. Сюда тоже делаем 2 столбика без накида. Смотрим, чтобы сзади вышло правильно. И 2. И снова делаем соединение. Я напомню, что такой круг вяжется из 6 клиньев. Соответственно, в каждом следующем ряду вы прибавляете 6 петель. И вы набирали 6 петель. То есть число петель должно быть кратно 6. Если вы все правильно прибавили, то в каждом круге число петель будет кратно 6. И это помогает не сбиться при вязании. То есть вот сейчас я могу посчитать петли. И
И у меня получается 12. 12 это закрепка. Вот видите, как она выглядит. Соответственно, у меня правильно сделан второй ряд. Третий ряд будет вязаться один обычный столбик без накида. И в следующую петлю 2 столбика без накида. Точно так же он делается в раскол, чтобы получить такую галочку, которая напоминает лицевую гладь спицы. И чередуются 1-2, 1-2 до конца ряда. Получится, что мы снова прибавили 6 петель. И в этом круге уже будет 18 петель. И снова в конце ряда делаю бесшовное соединение. Опять же, вы можете делать любой, какой вам больше нравится. Мне нравится вот это. Можно подтянуть. Третий ряд готов. Дальше переходим к вязанию четвертого ряда. Он будет делать уже 2 обычных столбика без накида в раскол. И в следующий столбик будет 2 в 1 столбик. То есть 1, 1, 2. В то место, где в предыдущем ряду у вас было удвоение, вот сюда как раз мы делаем одинарные столбики. А туда, где был один столбик, делаем двойной. То есть смещаем. Раз, раз, и сюда двойной. И так до конца ряда. То есть получается, что мы опять прибавим 6 петель. И число петель в этом раунде будет равно 24. И так далее до конца ряда. Я закончила вязать четвертый ряд и перехожу к вязанию пятого ряда. То есть в пятом ряду это будет 3 одинарных столбика без накида и дальше 1 двойной. Опять 3 одинарных, 1 двойной, 3 одинарных, 1 двойной. Тем самым мы снова увеличим количество петель на 6, и в этом ряду их уже станет 30. Начинаем с обычной петли подъема, которая считается столбиком без накида самым первым. Как видите, вот так получается полотно, и здесь совершенно не видно, какая из этих петель была первым столбиком, то есть петля подъема, а какая была столбиком без накида в раскол. Поэтому я считаю первую петлю тоже за столбик без накида в раскол. Вставляю крючок и делаю первую петлю. Раз, два. И 3. Дальше делаю двойной столбик без накида. Раз,
и 2. И так продолжаю чередовать. 3. 3 одинарных столбиков без накида. 1, 2 и 3. И 1 двойной. И 1. И 2. Снова 3 одинарных, 1 двойной, 3 одинарных, 1 двойной. И так до конца ряда. И 1 двойной. И вяжем до конца ряда. Пятый ряд готов. Я сделала соединение и перехожу к вязанию шестого ряда. Схема все та же, но теперь одинарных петель будет 4. То есть 1, 2, 3, 4. И вот эта петля, следующая после прибавки в предыдущем ряду, она будет удваиваться, то есть сюда будет двойная. И эта схема будет чередоваться. 1, 2, 3, 4. 4 одинарных петли я провязала и делаю двойную. 1, 2. Снова 4 петли. 1, 2, 3, 4. И следующая двойная. Заметьте, прибавки делаются не одна на другой. Вот она была в предыдущем ряду. Здесь мы не делаем прибавок, а стараемся сделать, сместить эту схему так, чтобы прибавки были тоже смещены, чтобы они не вышли одна на другой. 4 одинарных петли. 1, 2, 3, 4. И дальше одна двойная. 1 и 2. И продолжаем так вязать до конца ряда. Шестой ряд я закончила, сделала соединение. Следующий ряд седьмой. Он будет вязаться по схеме 5 одинарных петель и 1 двойная. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше двойная. Повторим еще раз. 1, 2, 3, 4, 5 и 1 двойная. Опять-таки двойные петли я никогда не делаю друг на друга. Вот они и тут, видите, они смещены. И так я продолжаю до конца ряда. 5 одинарных, 1 двойная, 5 одинарных, 1 двойная. И вот здесь я сделаю соединение. Седьмой ряд я закончила. Дальше идет восьмой ряд. И, соответственно, он будет 6 одинарных петель, обычных столбиков без накида в раскол, и 1 двойная. Повторить 6 раз до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и вот сюда двойная. 1 и 2. И снова
Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И одна двойная. Итак, повторяем до конца ряда. Снова 6 одинарных, 1 двойная, 6 одинарных, 1 двойная. И вот здесь делаем соединение. Восьмой ряд я связала. Перехожу к вязанию 9 ряда. Опять в этой схеме увеличивается число одинарных петель, то есть теперь их становится 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 двойная. Итак, до конца ряда. Повторить 6 раз. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот эта петля будет двойная. Снова я обращу ваше внимание на двойные петли. Они никогда не делаются одна над другой, они делаются со смещением. Вот в этом ряду она исходит из одинарной петли. Вот это тоже из одинарной петли. Это тоже из одинарной петли. Из каждой следующей одинарной петли. Но можно смещать, как вам будет угодно. Десятый ряд. 8 столбиков без накида. Раскол. И один двойной столбик. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. И следующий столбик будет столбик с прибавкой. Раз. И два туда же. И снова 8 столбиков без накида в раскол. И один столбик с прибавкой. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И столбик с прибавкой. Раз, два. И повторять так до конца ряда. И вот здесь делать соединение. Десятый ряд я закончила. Здесь должно быть 60 петель в круге. И начинаем 11 ряд. Схема все та же. Снова прибавляем одну обычную петлю. То есть в прошлом ряду у нас было 8 обычных петель, теперь их 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Если вы делаете прибавки так же, как и я, то как бы последняя обычная петля, она всегда приходится в удвоение предыдущего ряда. И то есть следующая прибавка будет идти уже после удвоения предыдущего ряда. И делаем одну прибавку. Раз. Два. Три.
и 2. И так до конца ряда. Снова 9 обычных петель, 1 прибавка. 9 обычных петель, 1 прибавка. В этом ряду уже будет число петель равно 66. 11 ряд довязала. Перехожу к вязанию 12 ряда. Здесь уже будет 10 столбиков без накида в броску и 1 столбик с прибавкой. 1 столбик с прибавкой 1 столбик с прибавкой 5 6 7 8 9 10. И вот этот столбик будет столбик с прибавкой, то есть двойной. 1 2. И повторить это еще 5 раз до конца ряда, и в конце сделала бесшовное соединение. Я связала 12 ряд, перехожу к вязанию 13 ряда. Здесь будет 11 обычных столбиков без накида в броску, вот до сюда, и 1 столбик с прибавкой, то есть двойной столбик. Повторяется эта схема 6 раз. Раз. Семь, восемь, девять, десять и одиннадцать. И дальше столбик без накида в броску с прибавкой. То есть 2 столбика в одно основание. 1 и 2. И так далее. Повторяем снова 11 обычных столбиков без накида в броску. Вот до сюда. И затем 1 столбик без накида в броску с прибавкой. 6 раз до конца ряда. В конце ряда делаем соединение. 13 ряд я связала. Вяжем 14 ряд. Здесь будет 12 обычных петель столбиков без накида в броску и 1 двойной. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать, 12. И следующий столбик будет двойной. То есть в одно основание я делаю 2 столбика без накида в броску. Итак, повторяем эту схему по кругу до конца ряда. Снова 12 обычных столбиков без накида в броску и затем 1 двойной. 12 обычных, 1 двойной. 14 ряд я связала. Следующий ряд 15. Здесь будет 13 обычных столбиков без накида в броску и 1 прибавка. 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. И дальше будет столбик с прибавкой. То есть это два столбика без накида в раскол в одно основание. Раз. И туда же. И два. И так повторите еще 5 раз до конца ряда. И здесь сделать соединение. Так, я связала 15 ряд. Вот как получилось. Донышко я уже отпарила. Да, поэтому оно выглядит очень ровно. Сейчас мы его измерим. То есть примерно 35 сантиметров. Все последующие ряды я буду вязать точно так же, как предыдущие. Единственное, я не буду делать никаких прибавок вообще. То есть в 15 ряду в итоге у меня получилось 90 петель. И все остальные ряды это будет просто 90 столбиков без накида в раскол. При этом я даже не буду делать никакого перехода от донышка к стенкам. То есть у меня образуется такой мягкий плавный переход, просто будет изгиб. Итак, 16 ряд, как я уже сказала, я вяжу без прибавок, просто в каждую петлю предыдущего ряда по столбику без накида в раскол. У меня закончился один моток на донышке, я начала второй моток. Как и все последующие ряды, без прибавок по столбику без накида в раскол до конца ряда. В конце ряда сделаю соединение. Шестнадцатый ряд я связала, сейчас я сделаю соединение. Я хочу напомнить, что когда большое изделие уже, то соединение делаю, не накидывая петлю на изделие, ну, можно и так, как и прямая, а вставляю туда клубочек. Это то же самое, просто немножко другой порядок действий, а результат всегда один и тот же. И снова эту петелечку затягиваю. 17 ряд будет делаться точно так же, как 16, то есть все петли обычные столбики без накида в раскол. Я связала 14 рядов без припалок, то есть это с 16 по 29 ряд. Вот такой получилась корзинка, донышко, переход на стеночки. И я свяжу последний ряд и немного украшу корзинку. Последний ряд я буду оформлять просто соединительными столбиками за обе дужки-косички, ну, для того, чтобы он был немножко поплотнее. Я решила связать небольшие ушки у косички, и делать я это буду в технике вязания тунисским крючком. Я набираю на крючок 6 петель. 3, 4, 5. 6. Вот я набрала 6 петель, и их я
при наборе не провязывала, и буду провязывать их сейчас в обратном порядке. Первые две я провяжу вместе, для того, чтобы образовать треугольник. Дальше я буду провязывать по одной верхней и одной как бы набранной петле. И последние уже две наборных и одна верхняя, их я тоже провяжу вместе. Вот. Теперь я наберу снова петли, вот уже в этот ряд, получившийся провязанный. Вот эта петля, это как бы первая петля, которая выходит вот из этих двух, которые провязаны вместе. Дальше во вторую петлю я наберу одну, следующую. И вот в эти две, которые тоже провязаны вместе, в конце я тоже наберу по одной петле. Итого у меня на крючке получилось 4 петли. Ну и также их провязываю первые две вместе и дальше снова вместе. У меня снова получилась одна петля из двух первых. И теперь мне нужно набрать еще одну петлю из двух последних. И эти петли я тоже провязываю вместе. Такое получается ушко. И дальше снова вяжу соединительные столбики. Уже по краю ушка. То есть просто нахожу вот здесь вот сзади перемычку, за которую можно прицепить крючок и провязываю. Вот, посмотрите. И снова перехожу на вязание в основное полотно. И тут я делаю соединительные столбики. Отмечаю расстояние и делаю второе такое же ушко. Снова набираю 6 петель. Заметьте, петли в этом случае я набираю, как будто бы я провязываю эти косички галочками. И делаю все то же самое, что и с предыдущим ухом. Первые две вместе, дальше по одной, еще по одной и последние тоже вместе. Затем набираю в следующем ряду петли. Две вместе, две вместе. И еще раз. Снова все провязываю вместе. И затем прохожусь соединительными петлями по краю ушка. Перехожу на вязание основного полотна с соединительными петлями по краю до конца ряда. У меня получилось два уха. Я закончила оформлять мордочку. Я вышила гладкий носик. Да? Такая получилась корзинка. Диаметр у нее где-то 37 сантиметров. И где-то 15 сантиметров высота стеночки. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.